Друзья, впервые у меня на росписи кепка. Nissan, девушка дала на роспись свою любимую кепочку, машину Nissan. И нужно сделать что-нибудь яркое, прикольное, написать в Сочи. Для начала подготавливаю кепку и заклеиваю значки, которые нельзя закрасить. Беру на помощь Дэвида, чтобы не держать кепку в руках. И фиксирую трафареты, которые я вырезал на плоттере. Краску здесь я использую специальную по ткани, которую потом нужно немножечко нагреть, и она зафиксируется так, что эту вещь можно даже стирать. Итак, я сделал силуэт олимпийских объектов, надпись «Сочи», немного звезд. Вот и все, кепка готова, осталось снять лишний скотч и отправить ее счастливой обладательнице. А вы пишите в комментариях, как вам такой апгрейд кепки.